высветление, да? Да, это подложка под высветление. Она называется апельсин. Ну, условно, там не знаю, как это назвать. И теперь что мы делаем? Там, где у нас остались светлые места, вот начинаем с носа, с носа. Вот мы формируем нос. Делаем подложку. Ноздри. Ну, значит, здесь вот будет светлая ноздря, которая будет все время высветляться, она со стороны света. А это потом, ну, в тень идет, мы ее не будем высветлять. Дальше, значит, все, что мы наметили себе на лбу, мы просто полностью покрываем. У нас получается такая, знаете, очень по форме напоминает сечку рубить капусту старым способом, в корыте таком. Значит, вот мы вот это добро все покрываем. Чуть-чуть от бровей там нужно отстоять, чтобы у нас не прилипал лоб к бровям. Брови же у нас тоже выпуклые. Вот, видите? Весь лоб. Да.